Впервые в Грузии, в городе Батуми, открылась выставка уникальных фотографий. На них грузинские исторические памятники, расположенные в регионе Тау-Кларджеты. Это на территории современной Турции. Храмы Ошки, Ишхани, Упиза, Тбет и Бана. В экспозиции фотоработы, принадлежащие грузинскому эмигранту Вано Кикодзе. Он снял их в середине 50-х годов прошлого века. Фотографии дают важную информацию о состоянии этих уникальных памятников зодчества и архитектуры. Выставку уже посетили иностранные участники, проходящие в Батуми. Второй международной конференции «Тау-Кларджеты». Организаторы мероприятия – Национальный архив Министерства юстиции и Национальный центр рукописей Грузии. Несколько лет тому назад семья известного грузинского кинорежиссера Резо Табукашвили в дар государству передала эти фотографии, и с тех пор они хранились в нашем национальном архиве.